Вот так безжалостно и беспощадно расправляются со старым асфальтом. Абсолютно все дорожное покрытие во дворе нескольких многоэтажек на Новосадовой и Нововокзальной давно нуждалось в ремонте. И после обращения жителей в общественный совет микрорайона дело пошло. Мы писали во все, в общем-то, инстанции, в том числе и в администрации, в департамент. Ну и как бы хорошо, что власти так реагируют. И подключились так серьезно к работе, вот именно вот в этом дворе, потому что так, двор большой, жителей очень много. Рабочие меняют бортовой камень и асфальтобетонное покрытие на проезжей части и на тротуаре. Все работы проводятся днем, чтобы не нарушать покой жителей ночью. Новые тротуары не обрываются на полпути, как старые, и предусматривают пандусы. Наша задача совместно с заказчиком, с администрацией максимально упростить жизнь жителям дворов, чтобы они могли по асфальту дойти до дома, до своего подъезда. Ремонт дворовых территорий ведется по всему городу. В рамках муниципального контракта на сумму в почти 193 миллиона рублей из городского и областного бюджетов отремонтируют внутриквартальные дороги, тротуары и построят новые парковочные места. У нас по муниципальному контракту срок окончания работ 31 октября. Но, принимая внимание ту площадь, которая на сегодня охвачена уже ремонтом, можно делать выводы, что сроки сократятся, но при этом никоим образом не пострадает ни качество, ни объемы. За качеством работ строго следят и сами жители, и квалифицированные специалисты сразу двух лабораторий – городского департамента благоустройства и экологии и Министерства транспорта. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, «События».